Хамейте как тренер. Дмитрий Викторович, как считаете, недооцененный профутболом тренер? Смотрите, я мне тяжело говорить, да, потому что я вас здесь в России очень коротко, да. И бывает ситуация, и хорошие тренеры не всегда все удается, да. Это значит, не значит, что сегодня Дмитрий работает с командой медиалиги, что не может работать, ну, вернуться до работы в профессиональном футболе. Это все потом зависит на Дмитрием, если будет хотеть вернуться, або нет. Я честно скажу, каждый бывший игрок, который может помочь в профессиональном футболе молодым парням, да, которые их раньше рассматривали, або знают историю того игрока, они всегда еще больше два раза принимают ты советы от таких игроков.